Вряд ли найдется тот, кто не слышал, что мы используем лишь малую часть возможностей нашего мозга. Обычно даже называют цифру 20%. Не хочу вас разочаровывать, но этому мифу уже около 100 лет. И это в самом деле миф, хотя и очень притягательный. Ну подумайте, неужели целых 90% ресурсов мозга было заготовлено впрок и у большинства не используется до сих пор?